Произведения российских и болгарских композиторов сводный духовой оркестр готовят для масштабного праздника. 20 мая состоится большое торжество в честь Дня Самарского Знамени. А сегодня прошла генеральная репетиция. В составе оркестра знаменитые музыканты, солист президентского главного оркестра армии Болгарии Владимир Веселинов-Иванов. В мастерстве самарских музыкантов уверен. Я выступал уже один раз с оркестром, мне очень понравился, замечательные музыканты, коллеги и... Хороший оркестр, у меня только хорошие впечатления. Программа концерта выстроена так, что порядок исполнения маршей повторяет хронологию русско-турецкой войны, произведения и 19 века, и современные сочинения. Центральное место занимает легендарный героический эпизод вручения ополченцам Самарского знамени. За дирижерским пультом старший концертмейстер Центрального военного оркестра Минобороны Константин Чуйков. По его словам, болгарская музыка требует от исполнителей особого профессионализма. Самая главная особенность болгарской и ее же балканской музыки – это быстрый темп и нестандартный ритм. Как то 7 восьмых, 9 восьмых, 12 и смещение акцентов с сильной доли на слабую. Впрочем, с этой задачей музыканты справились, и концерт станет одним из самых ярких эпизодов праздника. Олег Зверев, Сергей Баскин. События.